В 2018 году молодые люди отмечают свой юбилейный праздник. Дню молодежи исполнится 60 лет. Организаторы разработали интересную развлекательную программу для горожан. Беспроигрышные лотереи, мастер-класс от школы высшего пилотажа, а также выступления популярных групп с концертной программой. Все это входит в план ежегодного праздника, который состоится 30 июня. Начнется все у нас с благотворительного забега, который организует у нас фонд «Дари добро». Будет два старта. Один старт у нас массовый, где примет участие губернатор Ульяновской области Сергей Иванович Морозов. Второй старт у нас командный. Над площадью Соборной и Ленина будут показывать мастер-класс школы высшего пилотажа. Л-29, три самолета с символикой российский флаг, с символикой Ульяновской области. Также 30 июня не обойдут стороной и представители молодежного правительства Ульяновской области. Молодежное министерство подготовило ряд площадок на бульваре «Новый Венец». В этом году одно из министерств у меня попросило 12-метровую площадку, которая должна у них располагаться непосредственно на газоне. Я пока не могу сказать точно, но я предполагаю, что мы будем играть там в монополию, в большую. То есть могут быть задействованы не только молодые люди, но и дети совместно с родителями. Я думаю, даже что и бабушки с дедушками тоже присоединятся. Апогеем праздника будет выступление сразу двух популярных исполнителей. Ранее в социальных сетях был проведен опрос, где ульяновцы могли выбрать, кого бы они хотели видеть на Дне молодежи. Большинство голосов получила певица Ханна и группа «Фактор 2». Что касается Ханны, то, мне кажется, это более такая молодежная девушка и направление той молодежи, которая вот до 30, да, вот. А вот «Фактор 2» уже ближе за 30. Праздник завершит фейерверк. Александра Волкова, Юрий Конихин, новости «Ульяновской правды».